мало кто из студентов вообще просвещен в эту тему. И вот сейчас уже поработав на площадке, понимаю, что вообще мало из студентов, кто знает все тонкости. Прям много кто думает, что можно через поцелуй получить ВИЧ. На самом деле это не так. Также мы с ребятами еще проводим различные викторины и раздаем им презервативы. Процедура проходит очень просто. Берут мазок слюны. Было не страшно. Приходите, сдавайте. Это очень важно знать о том, больны ли вы. И обезопасить себя и окружающих. Мне подарили такое миленькое красное сердечко. Также мы еще будем 6 декабря проводить такое же тестирование. Только сегодня у нас мини-лекции, а 6 декабря их не будет. Вот, вы можете просто прийти и сдать. Если вы горожанин, то мы тоже будем рады, если вы придете и сдадите тест у нас.